Сегодня с утра сотрудниками коммунального предприятия был обнаружен акт вандализма. Сорванные цифры 60 со стелы памятника неизвестному матросу. Это не просто акт вандализма, это, наверное, какое-то нравственное дно в преддверии дат, которое ожидает и будет отмечать все прогрессивное человечество, связанное с борьбой с фашизмом накануне 8 и 9 мая. Подобные действия означают только одно. Это полное отсутствие нравственных принципов, это полное неприятие собственной истории. И, безусловно, наличие камер позволит нам найти этих существ, людьми их даже как-то язык не поворачивается назвать. Будет подано заявление, соответствующее, в правоохранительные органы. Цифры будут восстановлены силами коммунальных предприятий. Самое смешное или грустное, трагическое в этой ситуации то, что они не из металла, который можно было бы сдать на металлолом. Но я думаю, что даже самые малообеспеченные люди, им, наверное, никогда бы в страшном сне не пришло в голову сорвать цифры с памятника или с надгробий. Это действительно просто уже за гранью допустимого. И я очень надеюсь, что общественное мнение, мнение одесситов, мнение людей, которые любят свой город и свою страну, однозначно не позволит оставить этот факт незамеченным. И впредь нечто подобное никогда не произойдет в нашем прекрасном, солнечном, толерантном, миролюбивом городе.